Анонс и точная дата выхода 97-й серии турецкого сериала «Однажды в Чукурово». 97-я серия сериала выйдет в эфир 20 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Умид втянула в свои грязные игры Сиду, но из-за этого план Фикрета может провалиться. Умид не готова просто так отказываться от Демира, но эта любовь обойдется для нее слишком дорого. Происходящие события еще больше усиливают гнев со стороны Фикрета и Демира. С каждым разом круг вокруг Умид начинает еще больше сужаться. В итоге все может привести к тому, что она окажется на грани жизни и смерти. Шермин и Фюсун намерены раскрыть все карты, но это будет сделать непросто. Фикеле приходится проходить через большие испытания. Ему пришлось похоронить двоих своих детей, жену, самую любимую женщину Хинкар. Но сейчас проблем немало доставляет и Фикрет. Демир намерен сделать так, чтобы Зулейха обо всем узнала. Всегда не хочет, чтобы Демир поговорил серьезно с Зулейхой, так как боится еще раз потерять свою дочь Умид. Несмотря на это, Демир все же предупредил Зулейху, что им нужно будет обсудить одну важную тему. Но вскоре на ферму пришли полицейские и арестовали Демира. Ему выдвигают обвинения в совершении серьезного преступления. Всегда решается раскрыть все свои секреты. Зулейхе показывают фотоснимок Умид и говорят о том, что она должна быть осторожна с этой женщиной, которая пытается разрушить всю ее жизнь. Напомним, 97-я серия сериала выйдет в эфир 20 мая. Если вам нравится сериал, ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.